вперед. Чудо-кухня, добрый день. У тебя настоящий дар. А живем мы по-прежнему на мою пенсию. А ты уверен, что у нас будет полная посадка? Ты теперь администратор, я ресторатор. У нас хороший курс. Ты куда едешь-то? А кто вам права продавал? Уважаемый, а? Дернуть тебя? Нет, спасибо. Меня и так все сегодня дергают. Мама говорит, что у меня дар накормить человека тем, что ему сейчас нужно. Я ел точно такую же трубочку с девочкой, в которую был тогда влюблен. Ты сам составлял меню. И что? И ты сам вписал трубочки вместо крема-брюля. Олеся, можете ко мне приехать? Диктуйте адрес. Хотели бы встретить Новый год здесь, в вашем ресторане. Мой муж уходит от меня. Другой. Понимаете? Сам готов когда? И приготовлю! Куда вы собрались-то? Я трубочки привезла. Пожалуйста, подождите, подождите! Не хотите стать шеф-поваром моего ресторана? Конечно же, нет. Это глупо. Где я и где ваш ресторан? Пожалуйста, Олесь, подождите. Уважаемые гости, только в нашем ресторане шеф-повар готов вам приготовить то блюдо, о котором вы мечтаете. И зачем ты ему это предложил? У меня ничего не получится. Получится, я в тебя верю. Да, ладно. Синей ночью звезды в небе кружат. Заменила Алису на Алису. Утром солнце очень светит, слышали. Как у вас дела? Отлично! Только для чего он и кому он нужен мир? Это тот самый вкус. Которым люди друг другу не нужны. Как тогда? Все, что она делает, наделает с любовью. Катя! Катя! Под снегом новой ждет весны. Думаете, мы справимся? Нет. Мне да. Не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Пусть все ваши новогодние желания сбудутся! Что надо сказать? Да, шеф! Ну, вот и чудесненько!